Следующая песня написана специально для Международного женского дня, 8 марта. Хотел анекдот какой-то. Но сейчас, видите, вся страна притихла, так после 23 февраля так. И сейчас как... Песня получилась такая студенческая. С наступающим праздником вас, дорогие женщины. Женщина семейная, существо. Мысли я родил невинную, поджигаю в трубочке вещество. И затяжку делаю длинную, даже если сделано из кости. Для страданий жизненных и утех наливайте в рюмочки жидкости. И давайте выпьем за них, за всех. Вся жизнь признать приходится, словно по химии билет. Все у нас с ней вроде сходится, а реакции нет. А мы все мужчины-физкультурники, на зарядку рано всегда встаем. Но, конечно, делаем вид на публике, будто часто курим и много пьем. Честно говоря, надоело. Без женщин мужик упражняется, а при женщинах пьет.